всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал и на мое новое видео. И сегодня у нас с вами будет подготовка ко Дню Святого Николая. Я заказал с магазина Sweet Flavor куча сладостей. И сегодня как раз будем делать распаковочку. Посмотрим, что это такое, как оно выглядит и как оно пришло. Я искренне надеюсь, что вам это видео очень сильно понравится. И я хочу этим самым вам показать, вас вдохновить, показать то, какие всякие приколюхи, вкусняшки можно купить к этому празднику, чтобы вы могли сделать хороший подарок как себе, так и дорогим и близким людям. Вот, поэтому возьмите с собой обязательно что-нибудь сладенькое, вкусненькое, тепленькое и наслаждайтесь видео вместе со мной. Поэтому я вам всем хочу сказать огромное спасибо за просмотр, пожелать вам хорошего настроения, много улыбок и пожелать вам приятного просмотра. Ну а мы погнали! А вот мы уже и прибыли с вами на наше самое сверхсекретное место, на котором только самые сверхсекретные обзоры. И вот так вот к нам пришла посылочка от Sweet Flavor. И все запаковано добротно, красиво, чтобы ничего нигде не помялось, не повредилось. В общем, респект! И сейчас с вами приступим к анбоксингу и все детальненько рассмотрим. Как говорится, это у нас с вами идет подготовка ко Дню Святого Николая. Он как раз уже вот-вот-вот совсем скоро будет. И я хочу, чтобы вы все увидели, что, как можно купить и как можно подготовиться к празднику, чтобы накормить вкусняшками себя, своих дорогих и близких людей. Так, давайте приступим. Для этого нужно распаковать. Так, а это надо сделать как можно аккуратненько. Так. Так, надо сперва покрутить. Раз. И так. Так. И вот так. Готово. Так, это мы с вами сделали. И та-дам! Вот такая вот красотень нас с вами ожидает. Приготовьте для себя чашечку горячего чая или же горячего шоколада, какао, что вам нравится, и приступайте к обзору вместе со мной. И первым делом идут у нас с вами вот две такие вот вкусняшки. Это те самые шарики от Милки, только я помню, что раньше они были обычные, а сейчас уже идут вместе с Оро. И вот так они в целом выглядят спереди. Вот так вот уже по бокам. Тут даже показано, как это надо кушать. Вот. Так, с другого бока и сзади. Ну и все вот так. Ну тут на сами, я так понимаю, расписано там всякие калории, жиры и вот все в этом роде. И да, получается, что в этот раз эти шарики, ну вот смотри, называются Snowball. Snowball — это снежный шарик. Снежный шарик Oro. И получается, что, знаете, у нас он где-то такой, знаете, прям толстый слой, как шкарлупа из шоколада, а внутри у нас идет нежнейший крем вместе с кусочками печенья Oro. Как раз у нас снеговичок такой радостный прям. И это очень нравится, прям атмосферно, знаете, прям чувствуется, что приближаются зимние праздники. Вот, тут у нас с вами все, видите, прям в снежиночках. Очень красиво выполнено, мне нравится сам дизайн. И тут, кстати говоря, отчетливо показано, как выглядит сам продукт. Вот, такая красивая обертка со снежинками. Вот, потом у нас виднеется сам шар, как он выглядит сам по себе сверху и что мы видим внутри. И тоже в комплекте идет еще ложечка, я так понимаю. Да, вот тут вот есть ложка, вот она наверху, вот фиолетовым вот здесь вот. И вот можно спокойненько себе кушать этот шарик. Дальше у нас с вами пойдут вот такие вот леденцы. Вот так вот они выглядят спереди, где говоря, очень красиво выполнено. Джелли Белли. Тут у нас получается 12 штучек. Вот так выглядит сбоку. Так выглядит сзади. Вау, красиво реально. Мне нравится. Это выполнено прям атмосферненько. Смотришь, реально прям аж в душе все так прям аж заиграло. Заиграло так по-праздничному.
Вот. И что я хочу сказать. Мне нравится сам дизайн. Сам дизайн потрясный, потому что, смотрите, у нас тут с вами словно идет гирлянда. Знаете, такая новогодняя гирлянда в виде бобов, в виде жильных бобов. Это очень красиво. Это так мило на самом деле, так по-праздничному, что просто что-то с чем-то. И три вкуса. Получается, что это у нас с вами арбуз, зеленый с красным, с розовым арбузик. Дальше получается розовый, голубой, красный. Это тутти-фрутти. И голубой с таким вот темно-фиолетовым. Это голубика. Или же черника. Три таких вот интересных вкуса. И сам леденцы такие тоже кайфовые. Все цвета. Мне очень нравится, знаете... Вы, наверное, поймете меня, потому что это та самая атмосфера, это когда смотрел фильмы, особенно раньше, эти новогодние фильмы, мультфильмы, и там всегда такая тема была на елке. Всегда очень хотелось, и, наконец, одну свою мечту я реализовал. Поэтому теперь у меня тоже есть подобные праздничные новогодние леденцы. Так, дальше у нас с вами идет вот такая вот новогодняя жвачка Хуба-Буба в таком вот красивом красном оформлении. И так она выглядит спереди. Тут у нас с вами как раз изображен, я так понимаю, Дедушка Мороз. Вот, Хуба-Буба Bubble Tap. Вот, потрясающий, оригинальный. Так, вот такая вот жвачка спереди. Тут у нас с вами все то же самое, мощная такая вот пластиковая формочка идет прям со всеми его такими узорчиками, прям красивенько выполнено. И сзади мы с вами видим тоже очередной мелоту. Тут у нас тоже все с вами написано, что да как. И видим новогодние подарки. Тут вот такие вот подарочки разные. Тут еще мишка такой. В общем, милота. Реально, смотришь, чувствуется праздник. Такая вот Хуба-Буба. Вот такой вот прекрасный кошелек. А если быть точнее, портмоне. Это у нас с вами идет Беллари, я так понимаю, надеюсь, правильно прочитал. Тоже такой вот красивенькой упаковочки пришла, прям все так запаковано, чтобы все было как надо. Вот, сейчас тоже с вами приступим к открытию. Так. Раз. Раз. Так, все, вот так выглядит сам упаковочки. Вытаскиваем. И да, это портмоне я купил в подарок своей любимой маме. Вот, чтобы у нее был подарок от меня. Вот, постарался найти что-то такое вот красивое, атмосферное. Искренне надеюсь, что ей понравится. И вот, получается, я так понимаю, такие вот два защитных слоя, чтобы не повредился каким-либо образом сам портмоне. Вот, тоже написано Беллари. Сзади не выйдет вот так вот. Так, это мы отложим в сторону. Вот. И вот такой вот у нас с вами сам по себе красивущий портмоне. Он очень приятный на ощупь. Такой прям, ух. И вот как раз их, я так понимаю, фирменный значок, логотип. Так он выглядит с вами спереди. Мне нравится очень сильно оформление. Такое красивенькое, такое миленькое. Так, сзади. И так по бокам. На ощупь реально очень интересно, словно какой-то бархат. Не знаю, очень интересное ощущение. В общем, выполнено портмоне очень красиво. Тут тоже есть, я вижу, куча различных глазочков. Ничего себе тут глазочков прям. Ну, мне нравится. Но это я открывать не буду, потому что это подарок. Дальше у нас с вами идет вот такая вот коробка конфет. У нас с вами Линд Линдор. И тут у нас с вами идут разные вариации этих конфет. Кстати, тут еще такие вот красивые надписи. И сами сейчас посмотрим, как это все выглядит спереди. Очень красиво выполнено. Мне очень нравится все в таком красном оформлении, со снежинками. Тут есть вот такой вот вид конфет. Такой. В виде сердечек. Плитка шоколада. Потом еще такая вот как длинная версия. В общем, мне очень нравится. Очень красиво получилось. Так выглядит сбоку. По бокам. Так. Так. И вот так. Вот. И вот так вот у нас все с вами выглядит сзади.
Вот, тут прям нам показывают, как, я так понимаю, прям сам шеф, знаете, так прям старается, чтобы все было красивенько и чтобы нам все обязательно понравилось. Вот, тут тоже есть такие вот надписи. Вот, и вот тут у нас про каждую конфетку отдельно все рассказывается. Так, фокус. А, фокус, наверное, тяжело, но мы сейчас на дело упростим. Упростим мы это каким образом? Таким образом, что мы сейчас немножечко это дело откроем. Вот. Теперь, мне кажется, фокус должен ловить как надо. И действительно, фокус ловит просто отлично. Жаль, что я это изначально проглядел. И тогда получается прекрасное оформление. У нас с вами идет тут разные конфеты. Тоже написано, что это прям ассортимент Линдор, молочные, прям всякие шоколадки. В общем, все должно быть круто, потрясно. И вот сзади все вот так. Тут у нас с вами тот самый шеф. Вот, уже, по-моему, сфокусировался получше. Ну или мне так кажется. Я так понимаю, что это еще с 1845 года. Обалдеть. Раз, два, три и четыре. А нет, пять. Вот, их пять. Так, теперь давайте их рассмотрим более детально. Это мы сейчас с вами откроем. И обалдеть. Вот в таком виде все к нам с вами приходит. Кстати говоря, очень красиво все сделали. Вот, получается, первый вид конфеток. Красиво выполнено. Знаете, такой шарик. Такой прям, реально, прям новогодний шарик. Красиво, мне нравится. Потом, это получается в виде шарика, это в виде сердечка. Тоже красиво выполнено. Так, это у нас с вами уже идет такой прям квадратик. Тоже очень красивенький. Тоже такие прям цветы, прям листочки, капец. Красиво сделали, конечно, в этом плане. Вот, это уже такая вот продолговатая конфетка идет. Угу. Так, это вот сюда. И идет у нас с вами уже плитка шоколада. Вот такая вот красивая плитка молочного шоколада. Даже прям так написано, milk, молоко. А у них везде прям, знаете, прям вот такой... Прям льется, прям ух. Не, мне нравится. Очень красиво сделано. О, еще с этим шефом. Прям вообще отлично. Вы что? Красиво, красиво, реально. Красиво, атмосферно. И вот плиточка шоколада. Итого, вот столько вот всего у нас с вами получилось. И вот столько вкусности и интересности у нас с вами имеется. Вот все то, что я купил в магазине Sweet Flavor. И, кстати говоря, не забываем о том, что ссылочку на этот магазин вы можете найти в описании под этим видео. И обязательно ознакомьтесь с доставкой и оплатой, и по каким городам и странам этот магазин доставляет. Это обязательно нужно иметь в виду, потому что не все магазины доставляют, к примеру, за границу, а только по территории Украины. И вот столько вот вариантов подарков имеется. В магазине вы можете найти просто огроменный ассортимент сладостей, вкусностей, соленостей. В общем, все-все-все, что вас интересует. И особенно к новогодним праздникам. Думаю, вы можете выбрать все, что вашей душе угодно, и порадовать себя, родных, детей, внуков. В общем, всех-всех-всех, кто вам дорог. И будет очень даже весело, очень даже круто. И я всем хочу сказать огромное спасибо за просмотр, за вашу поддержку в виде подписок на канал, комментариев и лайков. И также я всем хочу сказать, что если вам нравятся мои видео и хотите меня поддержать, то, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить свой царский палец вверх и оставлять комментарии, чтобы я знал, что вам нравятся мои видео. Ну а мы с вами увидимся уже в следующих моих видео. И всем до встречи, и всем пока-пока!